Вход свободный. В одном из торговых центров Пензы открылся медицинский кабинет. Здесь сразу несколько врачей проводят комплексный осмотр пациентов. Это позволяет поставить диагноз в самые короткие сроки. Это гиперхолестеринемия, увеличение глюкозы крови, предсахарный диабет, сахарный диабет, лишний вес можно выявить. То есть факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, которые являются самыми распространенными в настоящее время. И очень важно, особенно в условиях пандемии, следить за своим здоровьем, сохранять его. Специалисты устанавливают степень насыщения крови кислородом, делают скрининг сердца, проводят пациентам и диагностику глаз на предмет развития глаукомы. Она может даже привести к слепоте. И, конечно, каждому пришедшему измеряют артериальное давление, а также уровень глюкозы и холестерина. А в завершении осмотра дают заключение с рекомендациями по коррекции факторов риска. Ну, для меня, например, очень важно. Я с этого года, вот с сентября месяца не работаю, до этого работала в учебном заведении, ежегодно мы проходили медосмотр, а так как вот уже не прошла целый год, вот считай второй год, для меня, например, это очень важно. Мы не знали, что здесь такая акция, мы пришли вместе с мужем, то есть случайно шли, увидели, решили, что это нужно. Потому что вот как-то год три назад, наверное, эта же организация в Буртасах принимали. И нам, в общем, очень понравилось, потому что дают хорошие советы. Ну, где сейчас очень трудно же попасть к врачу. Сделать это без проблем можно до 29 декабря ежедневно в будни с 12 до 16 часов по адресу проспект Строителей, 90.